Всем шаббат шалом. Как мы уже говорили, мы приближаемся к празднику Шавуот. Я хочу, в принципе, затронуть несколько тем, что значит этот праздник. Или даже поделиться несколькими мыслями и чувствами, которые есть у меня на сердце. אני בטוח שאפריים אחר כך אתם, מי שיבוא, ייתן להם פירוש ממש מפורט, איך לשרת, איך חג השבועות קשור לזה. Я думаю, что те, кто придут 20 числа, Ефраим даст очень хорошее толкование о том, как служить и что связано с праздником Шавуот. Но я точно уверен, будет интересно. Сегодня мы поговорим немного другому. И, возможно, мы больше затронем вопросы нашей веры. Мне очень понравились слова, которые сказал Илья. בחזרה בתשובה, באפר ואפר, לבקש סליחה מאלוהים על זה שאנחנו מתרחקים ממנו. То мы должны просить прощения об этом пепле и вретище, когда мы каемся и просим Бога простить и возвратить нас к Нему. למחק שבועות הוא חג קצת מיוחד. И праздник Шавуот — это особенный праздник. Отличается от всех других, которые есть у нас. В любом празднике есть знаки праздника, есть что-то особенное, что мы делаем. Я не говорю только про традицию, но именно про то, что Господь заповедовал. Например, Бог заповедовал определенные особенные вещи делать в праздник Песах. И даже если нет храма уже с нами, мы все равно продолжаем их делать. На праздник Суккот мы сидим в шалашах. Но в праздник Шавуот нет ничего особенного. Как же сегодня Леон говорил, החג הזה הוא יותר קשור לציפייה, למשהו שקורה בפנים, לתקווה חדשה. Как говорил сегодня Леон, этот праздник больше связан с ожиданием, с надеждой того, что мы чувствуем внутри. משהו גדול צריך לקרות. Что-то великое должно произойти. И именно об этом ожидании я хочу поговорить сегодня. Если мы чего-то ожидаем, мы можем в это верить. Если ты не веришь, что это произойдет, тогда тебе и нечего ожидать. ובגלל זה אני רוצה היום לדבר קצת על האמונה. Из-за этого я хочу поговорить сегодня немного о вере. אתם יודעים, הזמן, מה שהיה, איך שחגגו את השבועות פעם, מאוד שונה ממה שקורה היום. Вы знаете, что когда-то праздновали, когда Шавуот, очень отличается от того, что мы делаем сегодня. בשבועות יש לו הרבה שמות, אחד זה חג קציר. В Шавуот называется несколькими именами. Один это праздник жатвы. כלומר, אנשים זרעו וציפו שיבוא באמת, יבואו פירות. Люди сеяли семя и ожидали, что придет плод. И мы читаем об этом в книге Исхода, что Господь заповедает нам делать. Раньше зависимость от Бога была другая. Люди действительно чувствовали Бога. Они чувствовали, или он благословляет, если он благословляет их или нет. Они чувствовали его руку. Сегодня это все совершенно по-другому. Сегодня ты идешь на работу. יושב בבית ומקבל פשוט פנסיה, או הבטחת הכנסה, או משהו שזה לא יהיה. Или ты наемный служащий, или ты сидишь дома, получаешь пенсию, или пособие, или неважно что. אתה לא דואג הרבה. Ты сильно не переживаешь. אתה יודע שמחר אתה תקבל, ומחרתיים אתה תקבל. Ты знаешь, что завтра ты получишь, и послезавтра ты получишь. Там отпасали איזשהו טווח מסוים. Ты, у тебя есть определенные границы. אתה, גם אם לא תהיה איזשהו הרבה עבודה, даже если... במקום שאתה עובד, не будет... אז לא נורא, אתה עדיין מקבל את המשכורת. Много работы в том месте, где ты работаешь, но твоя зарплата к тебе все равно зайдет. אתה תלוי בחברה שאתה עובד. Потому что ты зависишь от той фирмы, на которой ты работаешь. ואתה לא רואה תלות באלוהים. И ты не видишь зависимости от Бога. אבל פעם אנשים, כשהיו זורעים,
Но когда-то, когда люди сеяли семя, это был бизнес, это было их пропитание. У них не было других вариантов, как им выжить. Так им нужно было действительно молиться Богу, чтобы Он благословил землю. И мы читаем в книге Исход. Я רוצה אפילו לקרוא דברים. Я רוצה לקרוא ממש כמה מקומות כאלה. מה שאלוהים מדבר על הארץ שלנו. Прочитать несколько мест из Второзакония, что Господь говорит о нашей земле. זה פרק 11. Исход 11 глава. לא Исход. Второзаконие 11 глава. זה לא בדיוק פרק כאן, יש כל מיני מקומות, אז אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל יש מקום אחד, אלוהים אומר, הארץ שאתה בא אליה, לא כמו ארץ מצרים. Есть различные места, я сейчас не могу найти, но в одном месте Писания написано, где та земля, в которую ты идешь, она не такая, как земля египетская. Там, в ארץ מצרים, היית צריך ממש ללכת ל... Иор, לקחת את המים ולהשקות את האדמה שלך. В Египте вы могли пойти на реку, взять воду и поливать свою землю. לא это תלוי באף אחד, это תלוי בכוחות שלך. Ни от кого ты не зависит, ты зависит только от своих сил. היה לך תמיד שם מים. Всегда в реке была вода. אבל ארץ ישראל היא מיוחדת. אלוהים אומר, אני מסתכל עליה משנה עד שנה. Но земля Израиля, она другая. Бог говорит, что я смотрю каждый год на эту землю. И я посылаю дождь. Я даю источник жизни. И если я не пошлю дождь, то ничего не произойдет и ничего не произрастет. И может оказаться большой голод. אז אנשים כשהם היו מתעסקים עם חקלאות היו מאוד תלויים באלוהים. Поэтому когда люди занимались земледелием, они очень зависели от Бога. היה אפשר להרגיש את האמונה שלהם. Можно было чувствовать их веру. הם באמת התפללו לאלוהים וביקשו שיברך את האדמה, שיהיו פירות. Действительно молились Богу и молились о том, что Он благословил их землю, чтобы были плоды. אני פעם הסתכלתי סרט אחד. Я один раз смотрела один фильм. Много лет назад посмотрел фильм, очень впечатлился. И я даже проповедовал по теме этого фильма и назвал свою проповедь «Вера как картошка». Звучит немножко странно, что значит «Вера как картошка». Но там был один мужчина, у него была семья. Которые переехали в другую страну, чтобы жить там. Взяли кусочек земли. И начали с ней что-то делать, они хотели жить и расти там. ואז הוא קנה המון תפוח אדמה. И тогда этот мужчина купил много картошки. אבל לפני שהוא קנה, הוא הלך לבנק והיה צריך לקחת המון הלוואות. Но до того, как он купил, он должен был пойти в банк и взять много суд. וזה לא היה כל כך פשוט. И для него это было не так просто. וזה לא היה פשוט בגלל שבאותו זמן כולם הכריזו שיש, הכל יהיה יבש, לא יהיה גשם בכלל. И в это время, когда он пошел взять суду, ему никто не хотел давать, потому что прогнозы были о том, что будет засушливо и не будет никакого дождя. Все наоборот начали продавать все. Начали вкладывать в другие виды бизнеса. Они чувствовали, что если те, которые занимаются земледелием, то скоро они открутятся. Но здесь вот этот парень делает наоборот что-то противоположное. У него была такая сильная вера в Бога, что он мог изменить все. И когда мы говорим о вере, אז אנחנו תמיד מדברים גם על תלות באלוהים, שהוא יעשה משהו. Мы всегда также говорим о зависимости от Бога, что Он что-то сделает. אבל אנחנו גם, כשמדברים על אמונה,
замедабер аля цаадим шелану. И мы всегда, когда говорим о вере, мы говорим о наших шагах. כי אתה לא יכול להאמין במשהו, לצפות למשהו, ובמעשים שלך לעשות דבר מנוגד. Потому что ты не можешь во что-то верить и чего-то ожидать, а твои действия полностью противостоят этому. ופה בדיוק בא השאלה. И здесь возникает вопрос. מה באמת מחזק את האמונה שלנו? Что укрепляет нашу веру? האם אנחנו, כשמצפים למשהו ושזה לא קורה, האם אנחנו נשברים? Когда мы ожидаем чего-то, это не происходит, ломаемся ли мы, падаем ли мы? А им рак безе, что Элохим тамид меварех отану, безе тлуя эмуна шелану. И зависит ли наша вера только от того, что Бог всегда благословляет нас? Илья, кше дибер, омар, мишпат мод яфе. Когда Илья говорил, он сказал очень красивое предложение. Ки гам им ата осе дварим, гам им ата мекаем эт кол амитсвот, зе ло бэхрах, ша ата тие таргиш ша кол тоб эцлеха. Даже если ты исполняешь все заповеди и делаешь все правильно, ты не всегда все у тебя будет хорошо. Что действительно держит нашу веру? Мы не всегда спрашиваем себя. Если я молился и чего-то долго у Бога просил и так и не получил, то все, закончилось все. И что я тогда говорю, что Бог не отвечает, Он не существует? Или наоборот, если я стараюсь жить правильно, исполняю все заповеди, я ожидаю, что у меня все будет очень гладко. И вдруг Господь меня проводит через какие-то испытания, и все вокруг меня рушится. И что, тогда моя вера опять недостойна становится? Что меня движет мною, чтобы я продолжал? Я думаю, что одна из больших проблем нашей веры — это сомнение. Всегда так было. Это разочарование и сомнение. Когда ты ожидаешь чего-то, это не происходит, ты разочаровываешься. Особенно, если это связано с верой, что если ты верил и вкладывал, и ожидал чего-то, это не произошло, в духовной сфере то это проблема. Кто-то может мне сказать, что предотвращает, что двигает нас на то, чтобы мы продолжали верить? Ма, не шо лёгта? Ма? Прощание. Прощающий, предшествующий с Богом, когда мы говорим, что переживали его. Кумар, вы машу, вы мэт хавити, говорит, опыт, который мы, был у нас в жизни, когда мы переживали Бога. Что вы, еще? Вы мани хадаш бы ему на, лёг хавити шум давар. А если я новый, если я верующий молодой и еще не пережил этот опыт, что тогда мне может двигать? Слово Божье. Марана твоим. Тиква. Тиква бема. Надежда на что? Тиква ше лимаше ни мецапе за икрем. Надежда на то, что чего я ожидаю, это произойдет. Я хочу, чтобы фол, есть давар арбею таргадоля, а нахну лохо швимала. Я думаю, что на самом деле есть нечто более великое, но мы не думаем об этом. Димбе решена, ля коринтин, роце лепро, это пасукина, либо берег камешеса. В 1 Коринфянам, 15 главе, я хочу прочитать эти места Писания. Шам и дубар аля Машиах. Там говорится про Машиаха. Давайте откроем 1 Коринфянам на 15 главу. По Шауль медабер על אנשים שקמו לתחייה, שישוע קם לתחייה, אם אנחנו נקום לתחייה. Здесь Павел говорит о том, что Иешуа воскрес из мертвых, и воскреснем ли мы с ним. По Некраме, послуг 12. Давайте прочитаем с 12 стиха. Итак, если Машиах
был воскрешен, как мы проповедуем, то как могут некоторые из вас говорить, что нет воскресения мертвых? Ведь если нет воскресения мертвых, то и Машиах не воскрес. А если Машиах не воскрес, то и нам нечего проповедовать, и нам не во что верить. Более того, что мы оказались лжесвидетелями, которые же свидетельствуют против Бога, заявляя, что Он воскресил Машиаха, которого Он не воскрешал, потому что мертвые не воскрешают. Ведь если мертвые не воскресают, значит не воскрес и Машиах. И если Машиах не воскрес, вера наша напрасна, и грехи наши по-прежнему на нас. Значит, и те, кто умерли с верой в Машиаха, навсегда погибли. И если наша надежда на Машиаха годится лишь для этой жизни, мы самые жалкие люди на свете. Но Машиах действительно стал из мертвых, первенец из умерших. Потому что так смерть пришла через человека, так и воскресение мертвых через человека. И как все сопричастные Адаму умирают, так и все сопричастные Машиаху будут возвращены к жизни. Но каждый в свою очередь, сначала Машиах, потом, когда он вернется, все те, которые ему принадлежат. А потом будет конец, когда одолеет всех Машиах духов, начало власти и силы, предаст царство Отцу и Богу. Потому что ему предназначено царство до тех пор, пока Бог не вернет всех врагов, не подвергнет всех ему врагов под ноги. В Ахарках есть поэмшех. И там есть продолжение. Вас Шауль умер, есть анашим, чем нотним это хаим шелаем. И тогда Шауль говорит, что есть люди, которые отдают свою жизнь. Чем мамаш совлим в макривим дворим и своим в хаим шелаем. Они страдают и они жертвуют многими вещами в своей жизни. Лиман и муна. Ради своей веры. Лама ля асот эце? Зачем это делать? Ким они хай, אני מאמין במשהו, באלוהים. למה אני צריך להקריב את עצמי? Я живу, я верю в что-то, я верю в Бога. Зачем мне нужно жертвовать собой? למה אני צריך ממש לסבול? Зачем мне нужно страдать? יש סיבה לזה, נכון? И для этого есть причина, правильно? אנחנו, כשאנחנו לא כל כך סובלים, אנחנו לא מרגישים באמת את האמונה. Мы, когда не страдаем, мы не чувствуем веру. כי פעם יצא משהו, פעם יצא פחות. Пам нетпалянти кебальти, пам рокебальти. Иногда у меня получилось, другой раз нет. Иной раз я помолился и получил ответ, и иной раз нет. Аваля нашим, нагид, безман Иешуа, веган, кама шаним, омеот шаним, ахарейзе, аю каэлю шам мамаш савлю. Но люди во времена, когда Иешуа был на этой земле, и несколько лет после этого действительно страдали. Аю нашим, веган каэмим айом, бэмединот, מסביבנו, שסובלים עד היום בגלל האמונה שלהם. Есть, были тогда люди, есть даже сегодня в некоторых странах вокруг нас, которые действительно страдают за свою веру. שהם מוכנים לתת את החיים שלהם. Которые готовы отдать свою жизнь. הם עוברים ממש צליל מאוד קשה. Они проходят величайшие страдания. ונשארים נאמנים. И остаются верующими, верными. למה הם עושים את זה? Почему они это делают? Почему? Я задаю вам вопрос, почему эти люди продолжают страдать? Потому что они пережили прикосновение Всевышнего. Чтобы достичь. Есть моя тиква. У них есть надежда. Есть моя тиква, и Иешуа камлет хия. У них есть надежда, потому что Иешуа воскреснет мертвых. Выкатув урашит шель коль элю шекамим литхия. И написано, он первый из воскресших. Бог мо омер аришон шель хага шавуот. Он как первый омер праздника Шавуот. Миши ришон ира лану это дерек. Тот, который первый показал нам путь. Он зе ше нотен лану мамаш тиква, ше гам анахну, им намут, анахну не ее то. Он дал нам надежду, что даже если мы умрем, мы будем жить с ним. Ки анахну шаяхим элав. Потому что мы принадлежим ему. Ки им эйн эта тиква азот. Поэтому, если нет этой надежды, Шауль умер, ше кол ашар, зе кол лешав анахну осим, анахну стам совлим. То Шауль говорит, что тогда вы напрасно живете и все делаете. Анахну стам מתנהגים כמו אנשים מאמינים. Мы просто так напрасно ведем себя как верующие люди. באמת סתם מתאמצים לעשות
творим товин, чтобы вот каше ласот это. Мы напрасно пытаемся делать добрые дела, которые трудно совершать. Когда ты צריך לדבר עם בן אדם והוא מעצבן אותך, ואתה צריך להתנהג אליו טוב. Когда ты говоришь с человеком, который раздражает тебя, и тебе нужно хорошо к нему относиться. Потому что так Господь учит тебя. Если нет надежды на Иешуа, на то, что Он сделал, все остальное это просто так тщетно. Потому что написано, что если мы только в этой жизни надеемся на Него, то мы несчастнее всех остальных людей. И когда мы зависим от Бога, это то, о чем я начал говорить в начале, אז האמונה שלך היא מתחזקת. Тогда твоя вера укрепляется. Во фухе не шберет мод мая. Или наоборот, она очень быстро ломается. יש אנשים שיש להם עסק. Они хотим להיות עצמאים. Есть люди, которые держат свои бизнесы, они хотят быть независимыми. Вифним בתוך בן אדם הוא מצד אחד רוצה להיות עצמאי. Этот человек, Боль בן אדם. Каждый человек хочет быть независимым. עצמאי לא רק מבחינת העסק אני מדבר, אלא בכלל הוא רוצה לשלוט על הכל, שהכל יהיה בידיים שלו. Я имею в виду не только работу, не только бизнес, но человек хочет быть независимым, контролировать все, чтобы все было в его руках. И כשיש אי ודאות מגיע פחד. Потому что когда есть неизвестность, то с неизвестностью приходит страх. אבל כשאתה שולט על הכל, אתה יודע, הכל מסודר אצלך, אתה יודע מה הולך להיות מחר ומחרתיים. Но когда ты все контролируешь, что у тебя все в порядке, ты знаешь, что будет завтра и послезавтра. אין צורך באלוהים. Нет тогда никакой нужды в Боге. Ты אומר, הנה, אני שולט בהכל. Ты говоришь, вот я все контролирую. אבל כשאתה לא שולט, но когда ты не контролируешь, אז אתה באמת יכול להרגיש את אלוהים. Тогда ты действительно можешь чувствовать Бога. כמו שאמרתי, אנשים שהם עובדים שכירים או פשוט מקבלים הבטחת הכנסה, הם לא כל כך מרגישים את אלוהים. Поэтому, когда я сказала, говорил, что люди, которые работают служащими в какой-то фирме или получают пособие, они не особо зависят от Бога. Но есть бизнесы, когда люди независимые бизнесмены начинают чувствовать Бога. И такие люди знают, что если Бог не пошлет, то ничего не поможет. פעם נהגים מוניות. Когда-то водители такси. הוא היה יוצא בבוקר כדי לעבוד. Например, водитель такси выехал утром на работу. הוא לא ידע מה, כמה כסף הוא יכול להעביר. И он не знал, сколько денег он сегодня заработает. הוא לא יודע. Не знает он. כי יכול להיות שיהיו לו נוסעים ויכול להיות שלא יהיו. Возможно, у него будут пассажиры, возможно, нет. הכל פה תלוי באמת באלוהים. Все зависит от Бога. ובאמת היו אנשים, גם שלא מאמינים בישוע. И даже были люди, которые не верующие в Иешуа. Они просто каждый бокер аю ютцем на работа, и аю митпалелим, говорим: "Элохим, я знаю, что всё рак талой беха". Каждое утро, когда они выезжали на работу, они молились и говорили: "Господь, мы знаем, что всё зависит". Как это я хол отдать для этого? Только ты можешь дать мне заработок. Они не знают, кама нашим июля аю. Я не знаю, сколько людей у меня будет сегодня. ויש היום כל מיני עסקים שאנחנו תלויים במשהו, לא בעצמנו. Есть многие бизнесы, когда мы зависим от кого-то, не от себя. Помимо работ, אנחנו רוצים להיות חופשיים יותר, עצמאיים יותר. Часто мы хотим быть более свободными и более независимыми. Элоим אומר בדיוק בפרקים שלפני פרשת השבוע הזאת, בפרק 25, Бог говорит, בספר ויקרא, до недельного чтения, в 25 главе книги Левит, Элоим אומר, אתם עבדיי. Бог говорит, вы мои рабы. אתם עבדיי. Вы мои рабы. אנחנו לא אוהבים להיות עבדים. Нам не нравится быть рабами. אבל מצד שני, כשפתאום אני קורא מברית החדשה, но с другой стороны, когда я читаю из Нового Завета, כל שליח אומר על עצמו, אני עבד אדוני. Каждый апостол говорит про себя, я раб Господень. מה זה אומר להיות עבד? Что значит быть рабом? האם יש לי פה איזשהו חופש? Здесь есть ли у меня какая-то свобода? האם אני רק צריך לציית ואין לי בחירה חופשית בכלל? Нужно ли мне только слушаться, что мне говорят, и нет никакой свободной воли у меня? אם אני עבד אדוני, האם יש לי ואני יכול בכלל לקיים את הרצונות שלי או לא? Если я раб Господень, могу ли я исполнять свои желания или нет?
Эвид Адунай, это топ ли от Эвид Адунай? Раб Господа, это хорошо быть рабом Господа. אבל מה זה אומר? זה אומר שהחיים שלך. Но что это значит? Это значит, что твоя жизнь. את כולה אתה מקדיש לאלוהים. Всю свою жизнь ты посвящаешь Богу. שיש את הרצונות שלו בדבר ראשון. Что его желание на первом месте. יש גם רצונות שלך. Есть также твои желания. וזה גם בסדר. И это нормально. גם עבדים שהיו פעם עבדים, לא אלו שבמצרים. И рабы, когда-то были рабами, не те, которые были в Египте. Или там в Эрец Исраэле ее вводим. Но также и в Израиле были рабы. А у них там рационот мишелаем. У них тоже были свои желания. Они могли подойти к своему господину и попросить что-то. В этом зухрим есть там перек шалем, что мы добер аль эвет, что он не хочет лацет, китовло. И вы помните, есть целая глава, которая говорит, что раб может захотеть остаться рабом, потому что ему хорошо, он не хочет выходить на свободу. Он говорит, я люблю своего господина. Быть рабом Господа, это значит, что воля Бога и желание Бога на первом месте в твоей жизни. Можно тебе параллельно строить свою жизнь. Достигать новых вещей. И развиваться. Но если ты начинаешь сравнивать свои желания и его желания, то его желание на первом месте. Такова ли наша жизнь? Нам нужно спросить себя, задать себе такой вопрос. Я чувствую, что в последнее время приходит такое разочарование или сомнение. Где Бог? Что происходит с моей верой? Возможно, я делаю что-то, я не вижу его. Я не вижу его благословения в моей жизни. И я говорю, что часто мы падаем из-за этого. במיוחד אם אני ציפיתי למשהו וזה לא קרה. Особенно если я ожидал чего-то, это не произошло. אתם זוכרים, יוחנן המטביל, הוא היה יושב בכלא. Помните, что Иоанн Креститель сидел в тюрьме. גם אליו הגיעו ספקות. И ему приходили сомнения. אמר, איך, הגיע משיח, ואני יושב פה בכלא. Он говорит, вот Машиах вроде бы пришел, а я сижу в тюрьме. אולי הוא לא משיח בכלל. Может быть, он и не Машиах вообще. זה מילים שהוא אמר לתלמידים שלו. Это те слова, которые он сказал своим ученикам. Он говорит, идите и проверьте, действительно ли он Машиах. Потому что как может быть, пришел Машиах, я сижу в тюрьме и даже смерть меня ожидает. Может быть, он даже не представлял этого. שמשהו שמצפה לנו, גם דברים רעים, זה יכול להיות חלק מרצון של אלוהים. Потому что мы не представляем, что плохие вещи, которые ожидают нас, могут быть частью воли Бога. אז איך אומה אמור לחזק את האמונה שלנו? Тогда что или как можем укрепить свою веру? או במילים אחרות, גם איך האמונה שלנו מדרדרת, למה? Или другими словами, как наша вера потихоньку падает? אפרים אמר דבר יפה, שאם היה לי משהו בעבר שחשתי, שחוויתי עם אלוהים, זה ממש מחזק אותי. אפרים сказал очень правильную вещь, что когда в прошлом я пережил Бога, или какое-то у меня было, какой-то опыт был с Богом, это меня может укрепить. זאת אומרת, אם עכשיו משהו לא מסתדר, אם אני איפשהו נופל, זה משהו שמחזק אותי, אני זוכר, באמת אלוהים עזר לי, והיה איתי. Потому что если сейчас у меня что-то не получается или где-то я падаю, я могу вспомнить, что в определенные моменты моей жизни Бог был там и помог мне. Но если я этого не пережил, тогда есть проблема. Подумайте, что есть очень много людей и подростков, и детей, и верующих родителей. И они живут в своем мире. Они не особо пережили различные вещи. Или наоборот, когда они подходят к какому-то перекрестку, что с ними произойдет?
спекот чобротетем у наши нам. Я хочу привести вам пример, как сомнения рушат нашу веру. Ваим мишу маргиш, что он умет аля дерех азот. И если кто-то чувствует, что он стоит на этом пути, если кто-то чувствует, что подобное происходит в его жизни, тогда это время, когда мы должны прийти к Богу. Кто-то подходит к тебе и задает тебе определенный вопрос, который связан с верой. זה לפעמים לא שאלה אלא הסבר מסוים. Иногда это не вопрос, а определенное объяснение. למה מתו בשואה? Почему столько людей умерли в катастрофе? יש פה המון דברים רעים בעולם שקורים. Столько много плохого происходит в этом мире. איפה האלוהים שלך? Где твой Бог? או למה אתה בכלל מתפלל? Или почему ты вообще молишься? כי הנה אני לא מתפלל וגם יש לכל. Вот я не молюсь, у меня тоже все есть. או הפוך, אתה מתפלל להיפך, אתה אפילו לא מקבל למה שהתפללת. Или наоборот, ты молишься, а не получаешь то, о чем ты просишь. האם אנחנו תמיד מקבלים הכל שמתפללים? Всегда ли мы получаем все, когда мы молимся? כן? Всегда, да? לא, בכלל לא. Совсем нет. הלוואי אם היינו מקבלים הכל שמתפללים. Хорошо бы, если бы мы все получали по каждой молитве. אני אומר, זה היה הורס את האמונה שלנו. Фрайм говорит, это бы разрушило нашу веру. Может быть и так. И вот кто-то подходит и закрадывает в тебя сомнение. И это сомнение может прикоснуться ко всем сферам твоей жизни. И особенно это что-то, что тебя волнует и к чему ты очень чувствительный. И ты говоришь тогда, действительно, почему я молюсь? Вот он не молится и получает, а я молюсь и не получаю. Что в этом? Может, правда Бог не существует? Помимо работ, часто דבר אלוהים זה משהו שמחזק אותנו. Слово Божие это то, что держит нас. אבל כשאתה לא קורא דבר אלוהים, но когда ты не читаешь слово Божие, זה בכלל בעיה. Это вообще проблема. אנחנו אומרים שאנחנו מצד אחד צריכים להתפלל וגם לקרוא דבר אלוהים. Мы говорим, что мы должны молиться и читать Божье слово. זה שני הדברים שהכי מקרבים אותנו לאלוהים. Это две вещи, которые Божье слово приближают нас к Богу. לקרוא מדבר אלוהים זה דורש זמן. Читать из Божьего Слова требует времени. За дураш акдаша мысуеми. Требует определенной посвященности. А это оно там идет, это зманец. У нас не всегда есть это время. Ютер хала та умен от смеха. Добре, походу, они отпалили. Легче ты можешь сказать себе, по крайней мере, я помолюсь. Эн не зман ля спик ли кров, а ли походу, они отпалили, бадерах. У меня нет времени читать слово, по крайней мере, я по дороге могу помолиться. И по дорогах там идешь, потому что там лехет поляль, там от нашней милим, арбая милим, поль до сердца. По дороге всегда можно. У тебя есть время, ты идешь или едешь и 2-3 слова сказал и достаточно. Вас там потом, что и я сафек, а потом там лет поляль, там овсик. И когда приходит сомнение, то ты и молиться перестаешь тоже. אתה לא קורא דבר אלוהים, אתה מפסיק להתפלל. זה סוג של הדרדרות שלנו, באמונה. Ты не читаешь Божье слово, ты перестаешь молиться. Это понижает нашу веру. ואז, בפעם הבאה, אחרי כמה שבועות, אתה אומר, И тогда через несколько недель к тебе приходит такой вопрос, а зачем я вообще хожу в эту общину? Люди там такие скучные. И холодно, и люди меня раздражают. Лучше я дома буду сидеть. И тогда приходит еще один уровень жизни человека. И тогда потихоньку вера рушится. И все из-за сомнения. Иешуа, когда он говорил о эмуна, он говорил, что им нет ли хаспикот, а за эмуна шутха, казака. Иешуа, когда говорил про веру, он говорил, что если нет у тебя сомнений, тогда твоя вера сильна. Им это юдели габер аля спикот, а за эмуна шутха, казака. Если ты умеешь преодолеть эти сомнения,
Тогда вера твоя сильна. И то, что может разрушить сомнение, это Божье Слово. И готов, что эмуна и медвар Элоим. Написано, что вера от Божьего, от слышания Божьего Слова. Вообще, потом это коре. И когда ты читаешь, אתה רואה תמונה אחרת, אתה מתחיל להבין את אלוהים, את התגובות שלו, את הרצונות שלו, מה הוא אוהב, מה הוא שונא. Ты видишь другую картину, ты видишь реакцию Бога, ты видишь, что Бог любит и что Он ненавидит. וזה ממלא אותך, זה ממלא אותך. И это наполняет тебя. האופי שלו פתאום נכנס לתוכך. Его характер заходит в тебя. אני קראתי ביטוי כזה, ממש אהבתי אותו. Я прочитала одно такое выражение, и мне оно очень понравилось. שאנחנו קוראים דבר אלוהים לא בשביל אינפורמציה, אלא בשביל טרנספורמציה. Что когда мы читаем Божье Слово не для информации, что мы читаем Божье Слово не для информации, а для трансформации. כשאתה קורא, זה לא בשביל שתדע יותר. Это, когда ты читаешь Божье Слово, это не для того, чтобы у тебя умножилось знание. Но это для того, чтобы что-то произошло в твоей голове, в характере и в своей жизни. לדוגמה בשבילי, מה שבאמת מחזק אותי, זה כשאני קורא מנביאים, משופטים. Но для меня, например, я люблю читать из пророков книгу Судей, тогда со мной что-то происходит. Тогда там ты видишь отношение Бога. Там ты видишь, как что Бог говорит, я тот, который обеспечивает тебя всем. Там ты видишь, что люди иногда задают вопросы, почему нечестивые процветают, а праведные, наоборот, страдают. И тогда ты видишь ответы на эти вопросы. Тогда Слово Божье входит в тебя и становится частью тебя, частью твоей веры. מישהו מכם פתאום מרגיש שעומד על הדרך ההתדרדרות הזאת. Поэтому если кто-то из вас чувствует, что он стоит на пути этого падения, שאולי יחסים עם אלוהים הם נחלשו קצת, что, возможно, отношения с Богом немножко разрушились, ויותר ויותר ספקות באות לראש שלך, и больше сомнения приходят в твою голову, אז זה באמת זמן פשוט לחזור אליו. Тогда это время вернуться к Нему. לבקש ממנו סליחה, שהוא יחזק וימלא אותך. Попросите у него прощения, чтобы он укрепил и наполнил тебя. Иешуа кам летхия. Иешуа воскрес из мертвых. Ришон бен кулам. Первый из всех. Пам эхад велетамин. Один раз на всех. Шенотен нам тиква леатид. Который дает нам надежду на будущее. Гзе тиква митичина. Это истинная надежда. Вебезе нахну цехим леазик мод хазан. И за это нам нужно держаться крепко. כל האמונה שלנו זה רק בגלל זה. Потому что вся наша вера основана на этом. כי אנחנו מאמינים שיהיו חיי נצח. Мы верим, что будет вечная жизнь. אנחנו שרנו היום שיר שיעלל אותך, לא רק בארץ, לגב בשמיים, לנצח. Пели такую песню, что я буду славить тебя не только на земле, но и на небе во веки веков. וברור אם אתה לא מאמין בנצח. Если ты не веришь в вечность. אז אין לך בכלל באמת שום סיבה. Тогда у тебя нет никакой причины в этой жизни напрягаться. И страдать ради веры. Сильная вера — это наши дела. שמובילים לאותה נקודה שאתה מצפה. Которые приводят тебя к тому пункту, которому ты ищешь, ждешь. כי אם פתאום אמנת וציפית, ובאמצע הדרך אמרת, טוב, אני מרגיש שזה לא יקרה. Потому что если ты понадеялся и верил во что-то, и на полпути почувствовал, что это не произойдет, ואז אתה מתחיל כבר לעשות צעדים אחרים. Когда ты начинаешь делать другие шаги. תוכנית ב'. План Б. אז זה כבר לא אותה אמונה. Тогда это уже не та вера. זה כבר לא זה שאתה סומך על אלוהים. Это уже не то, что ты надеешься на Бога. זה כבר אתה מתחיל לבנות את התוכניות כדי להחזיק. Это ты уже начинаешь строить планы для того, чтобы удержаться. אמונה כמו תפוח אדמה. Вера как картошка.
הבחור הזה הוא באמת, הוא עד הסוף האמין. Этот парень верил до конца. עד הסוף. До самого конца. כשכולם הרימו ידיים. Когда все подняли руки. כשאפילו משפחה וקרובים לא האמינו בו. Даже когда его семья, его родные не стали верить, его родственники. הוא התחיל לזרוע. Он начал сеять семя. כשהיה ממש שמש. И когда действительно солнце палило. כשלא היה שום ציפייה לגשם. Когда не было никакого ожидания дождя. אבל אלוהים נאמן. Но Бог верный Бог. ואז הוא נתן ושלח את הרוח. Тогда он послал ветер. ושלח את הגשם. И послал дождь. ונהיה הבחור הזה עשיר מאוד. И этот парень стал богатым человеком. אפילו אנשים שהיו שם כל מיני עבדים אצלו. Даже люди, которые работали у него. הם התחילו להלל את אדוני. Начали прославлять Бога. אלו שבכלל השתחוו לאלילים אז. Те, которые в свое время поклонялись идолам. לפי אמונה שלו, הם הגיעו לאמונה באלוהים. Через его веру они пришли к вере в Бога. כי אנשים מגיעים לאמונה גם דרך האמונה שלנו, דרך המעשים, דרך הנאמנות שלנו. Потому что другие люди тоже могут прийти к Богу через нашу веру и наши дела. אבל להיות תלוי באלוהים ולעשות צעדים של אמונה עד הסוף זה ממש לא פשוט. Но быть зависимым от Бога и делать шаги веры до самого конца это не просто. כי תמיד אתה פתאום מרגיש, נו, אולי זה לא יקרה. Потому что всегда ты чувствуешь, что, ну, может быть, это не произойдет. אז אני רוצה פשוט, באמת, לחזק אתכם. Я хочу укрепить вас. שהספקות לא ישברו אותם. Чтобы сомнения не сломали вас. ורוצה להכריז את המילים, כמו שכתוב, שהצדיק באמונתו יחיה. Что я хочу провозгласить те слова, которые написаны в Писании, что праведный верой уже будет. ושאנחנו לא נזדעזע בגלל הנסיבות. Что мы не будем падать из-за различных обстоятельств. Или באמונה נתקדם ונחיה עם ישוע. Но в своей вере мы будем продолжать жить и продвигаться вместе с Иешуа. Давайте помолимся. אבא, אני מבקש. Отец наш, я молюсь. אני מבקש שאתה תחזק אותם. Я молюсь, чтобы ты укрепил нас. תחזק את האמונה. Укрепил нашу веру. שנוכל להתגבר על הספקות. Чтобы мы могли противостоять сомнениям. שאנחנו נוכל להקדיש זמן כדי שטרנספורמציה בחיים שלנו תקרה. Чтобы мы могли уделять самое лучшее время для того, чтобы произошла твоя трансформация в нашей жизни. אנחנו רוצים ללמוד מהדבר שלך, שיחזק אותנו וישנה אותנו. Мы хотим изучать твое слово, чтобы оно укрепило и изменило нас. אני מבקש שתסלח לנו אם אנחנו מתרחקים ממך ועזבנו אותך. Я молюсь, чтобы ты простил нас, если мы оставили тебя или отдалились от тебя. ואנחנו מבקשים, תחזיר אותנו לדרך הנכונה. Мы просим, пожалуйста, верни нас на правильный путь. אתה האדון שלנו. Ты наш Господь. ואנחנו עובדיך. И мы твои рабы. גם אם אנחנו לא מקבלים תשובות. Даже если мы не получаем ответы. גם אם אתה מכניס אותנו לצרות. Даже если ты даешь нам проходить через испытания. תעזור לנו להישאר נאמנים. Помоги нам оставаться верными. כמו שישוע אמר. Как Иешуа сказал. מישהו אחר מהתלמידים שלנו. Или кто-то из его учеников. אתם עוד לא נלחמתם עד המוות. Вы еще не до смерти сражались. Вот за дворим קטנים. Все эти маленькие вещи. מה שאנחנו עוברים זה דברים קטנים. То, что мы проходим, это маленькие вещи. אני גם עכשיו מתפלל לאנשים שהם פשוט ממש עוברים סבל בגלל האמונה. Я молюсь сейчас за всех людей, которые действительно страдают из-за своей веры. באיראן, בסוריה, יש המון אנשים מאמינים. В Иране, в Сирии есть много верующих. שהורגים אותם. Которых убивают за их веру. הורגים את המשפחות שלהם. Убивают их семьи на их глазах. אבל הם נאמנים עד הסוף. Но они верны до конца. בגלל שישוע קם לתחייה. Потому что Иешуа воскрес из мертвых. תחזק אותם. Укрепи их, Господь. תחזק אותם. Укрепи нас. בשם Иешуа. Во имя Иешуа Машиаха. Yeah.